Всім доброго ранку. Сьогодні нема хліба, а до магазину йти не хочеться. І тому приготуємо, знаєте, якийсь замінитель хліба. І знаєте, за чого це? Можна було сходити в магазин. У мене кефір. Помните, я вам показувала, що залишився у мене кефір? Хто смотрить мої відео, тот видел. З домашнього молока. І от этот кефірчик 370... Сколько тут? 350 грамів от залишилося. Начинаем готовить. Открываю холодильник, смотрю, что у меня есть. Яйца у меня есть? Есть. И у меня есть немножечко сулугуни. Я хочу сделать, знаете, на сковородке, потому что, боясь, что сейчас выключат свет и духовка не будет работать как минимум 2 часа, поэтому вот этот рецепт, как говорится, как палочка-выручалочка. Если нету хлеба, если нету света, вот, пожалуйста, 2 в одном. Все, начинаем готовить. Что здесь я насобирала? Смотрите, осталось вот молока ни туда, ни сюда. Где-то 100... миллилитра будет. Сулугуни у меня вот пачка такая есть. И здесь немножечко моцареллы осталось. 250 граммов в общем будет. Значит, что еще? 2 яйца я взяла. Это все, как говорится, как на глаз. Так, выливаю. Видите, отделилась, сильно нагрелась. Ну ничего, молоко у меня холодное. Значит, 350 кефира и где-то 150 молока. Добавлю 0,5 соли. И прямо сюда сейчас добавлю чайную ложку. Вот так, не надо горку большую, вот так. Соды, все это размешиваем. Слышите? Все, пошла реакция. Во-во-во, я думала, о, смотри, как начала подниматься, видите? Так, теперь добавляю сюда 2 яйца. Все, я говорю в жизни так, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так вот и здесь. Так, быстренько это все... перемешиваю до однородности. Яйцо соединяем. У нас получится прямо как хачапури ленивое. Вот на такую терочку. Вот натираю быстренько сыр. Вы можете использовать. У меня сегодня, смотрите, кусочек моцареллы завалялся. У меня сулугуни. Вот какой сыр у вас есть, такой используйте. Если у вас есть твердый, пожалуйста, используйте твердый. 250 граммов. Ну, я вот эта пачка у меня и этот кусочек. Ну, если у вас 100 граммов, натирайте 100 граммов. Не такой сырный вкус будет. Готово. Перемешиваю этот сыр. Попробуйте по соли, потому что я добавила пол чайной ложки. Посмотрите, как у вас сыр. Все, такая вот масса получилась. Буду ложками вводить и мерять. Это для вас, потому что я на глаз бы сейчас бухнула, да и все. Думаю, сюда где-то 250 граммов пойдет. Так, одна ложка. Хорошая ложка, смотрите. Две. И перемешиваю, и смотрю. Три. Четыре. Можно зелени добавить сюда. Свежий или сухой. Я петрушки сухой вот у меня есть. Добавлю сюда. Хотя и укроп свежий есть. Ну, это смотрите сами. Будет красивее на разрезе и ароматнее. Так, сколько у нас там? 6 было, да? Добавляем еще. Ну что, 10. И я смотрю, что чуть-чуть еще надо. 10, 11, 12. Все. Я думаю, что вот это все. Вмешиваю эту муку. Так, и сухой петрушечки. Перемешиваю. Вот пока муки достаточно. Сейчас тесто минут 10 постоит. Это обязательно, чтобы тесто отдохнуло. Оно совсем другое станет. И вы тогда посмотрите. Хорошее тесто. Вот сейчас я смотрю, структура уже хорошая. Ну пусть немножечко постоит. Смотрите, какая сейчас структура. Знаете, я добавлю, наверное, еще пол чайной ложечки соды. Пусть будет чайная ложка, потому что все-таки сыра много, тяжеловато. Пусть будет чайная ложка соды. 15 минут прошло, смотрите, тесто прямо как на дрожжах поднимается, видите? И структура его замечательная, еще лучше стала. Видите, как медленно с ложки сползает. Все, готово. Я поставила сковородку. Пойдемте к плите. Так, сковородка обязательно с крышкой. Наливаю чуть-чуть растительного масла. Можно салфеткой бумажной. Беру половник. Наверное, будет у меня большой диаметр сковородки. 1,5 половника. Это какую толщину вы хотите. Так, и быстренько сейчас вот так вот ложечкой распределяю равномерно. Это все очень легко. Смотрите, какой красавчик получился, да? Вот
Так, все, чтобы толщина была одинаковая. Все, накрываю крышкой. И средний огонь, огонь можно убрать. Вот так. Как только подсохнет, будем переворачивать. Я вам все покажу. Так, ну что, смотрите. Такое впечатление, что вот вверх как бы подсох чуть-чуть. И сейчас мы переворачиваем. О, какая красавица, видите? Лепешка. Хотя это не лепешка. Это ленивый хачапури, мы договорились так называть, да? Все. Сейчас с той стороны поджарится и убираем. И так наливаем следующую и жарим все. Ну, как я эту снимать буду, вам обязательно покажу. Это 5 минуточек с этой стороны и с той. Сейчас еще раз переворачиваю. И без крышки, чтобы, потому что крышка создает влагу. Видите, вот паруют. Поэтому без крышки, чтобы подсохло. Видите, все легко ходит. Замечательно. Хотите сливочным маслом смазывайте, хотите не хотите, как хотите. Но дело в том, что я считаю, что это вместо хлеба, чтобы не удорожать этот рецепт, потому что здесь сыро прилично, я масло сливочное использовать не буду. Так, еще раз. Все легко переворачивается, чтобы, слышите, вот так, потому что немножко она отпаренная под крышкой. Все, на тарелку и с бумажным полотенчиком, чтобы тарелка не сопривала снизу. И так все тесто, которое у нас есть, мы должны выжарить. Смотрите, какие красавчики у нас получились. Получилось у меня 4 таких ленивых хачапури. Верхний, конечно, такой он самый-самый-самый, как плотненький, еще горяченький, видите. Замечательно все прошло, все переворачивается, все замечательно делается. Ну что, давайте с вами отрежем. Как, вот так отрежем или один перережем? Давайте один перережем. Ну что, давайте возьмем один этот хачапурик. Вот так. Я его сейчас... Ну, его надо ломать, конечно. По тарелке кто режет ножом? Я режу ножом. Смотрите, какая красота, сколько сыра. Смотрите, какой он классный. Ой, ароматный такой, ребятки. Ну, а тут я уже вот так оторву. Вот, смотрите, как он рвется. Кто может себе позволить, смажьте горячее сливочным маслом. Это будет просто, как говорится, отпад. Очень вкусно. И сильно толстыми не делайте. Делайте вот такую толщину. Какая вкуснятина. Ну, если бы горячее мы ели, то сыр бы тянулся. Ну, уже подостыл, я тем более взяла где-то со середины. Как вкусно. А, все, мои хорошие. Стоит захотеть, можно горы перевернуть. Так вот и дома. Готовьте, пусть у вас все получается. Я бажаю вам здоровья, мирного неба над головою. И самое главное, бажання щось робити. Поделитесь рецептом с своими друзьями. А вдруг у кого-то тоже такая ситуация. Вам это ничего не стоит, а мне приятно. До побачення, до новой встречи. Будьте здоровы.